Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня у нас 22 августа 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 3 метра, длиной 4 метра. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, покраска грунт эмаль, зеленый цвет. С одного торца у нас установлена разрезная дверь форточка. С другого торца по просьбе клиента установили форточку, которая откидывается на 45 градусов вверх. Так фиксируется крючком и держится. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Также установлены диагональки укосины. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотность. Брус к земле закреплен с помощью колышков. Теплица простая, относительно недорогая и достаточно надежная. Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 22 сентября 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 3 метра, длиной 6 метров. Сейчас послушаем отзыв клиента. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Теплицу мальчики поставили очень быстро, аккуратно. Я очень ими довольна. Спасибо им большое, чтобы урожай в этой теплице рос не по дням, а по часам. А откуда узнали о компании «Уральская усадьба»? Эту компанию я узнала по рекламе. По рекламе. Газете. В газете, да? Да, в газете по рекламе. Быстро исполнили срок. Сколько времени прошло с момента обращения до момента установки? Сутки. Сутки. Через сутки уже приехали, и теплица была готова у меня. Порекомендуйте кому-нибудь? Компания. Обязательно, обязательно порекомендую эту компанию, чтобы люди обращались туда качественно, быстро, все условия, все благи. Спасибо вам большое за отзыв. Спасибо вам большое. Приезжайте потом на урожай. Хорошо, учтем. Спасибо. Спасибо. А мы продолжим. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20. Окраска грунт эмаль, зеленый цвет. Теплица установлена у нас на брус 100 на 100. Брус пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью колышков. С одного торца у нас форточка, с другого торца разрезная дверь форточка. Также сделана система подвязки по две нитки на каждую сторону. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!